Доброе утро, дорогие друзья, Хазак Баруха. Мы вчера сказали, что Шаббат после Рошходеш у нас выносят только одну Сефер Тору, после Рошходеш Адар, только одну Сефер Тору, и Шаббат перед Пуримом мы выносим две Сефер Торы. Одна читается Парашат Шавуа, конечно же, и другая Захор. И очень важно вынести самую лучшую Сефер Тору, которая есть для Парашат Захор, потому что многие ахроним говорят, что это деорайта, мицва прямая из Торы. Минна рауиша из Гейру это гадолим алакданим левала и фреу бейт креат Парашат Захор. Нужно взрослым быть осторожным за детей, чтобы не мешали во время чтения Захор. Чтобы не стучали по столу, когда слушают слово Амалек. Чтобы не делали так, чтобы не услышали какое-то слово или какую-то букву. Нужно услышать каждое слово. И поэтому человек должен быть, во-первых, сам осторожным, во-вторых, осторожен, если он приносит детей в Кнессет, для того, чтобы не мешали во время чтения Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.